Приветствую вас, и давайте для начала скажем так. Ваш молодой человек до вас имел свою жизнь. Я понимаю, что вас это волнует не очень сильно. Но тем не менее, начать я предпочитаю именно с этого в данном случае. У вашего молодого человека до вас была жизнь. Это то, с чем можно и нужно смириться. Но не знал молодой человек о том, что встретит вас. Ну, не знал молодой человек о том, что с вами будет серьезных отношений. А ведь у него были потребности какие-то. У него были свои желания. К сожалению или к счастью, наверное, к счастью, потому что человек без потребности, без желания, это робот. И поэтому все, что было до встречи с вами, у него, вам нужно забыть, то есть, этого не было. Просто вот человек до встречи со мной не жил, он существовал, а вот со мной встретился и начал жить, как будто, знаете, проснулся. Вот он с вами проснулся, как будто. Попробуйте мыслить так, и вам станет легче. Дальше. Собственно, причина, по которой вы обратили внимание на данный факт, на факт того, что молодой человек до вас отношения с кем-то имел, вот теперь вы боитесь, что он встретится с кем-то еще, и они его совратят. Свидетельствует о том, что у вас неустойчивая самооценка, неустойчивое самомнение, неустойчивая уверенность в себе. И ее нужно выправлять. То есть одинаково плохо, когда человек завышает себя и занижает. Потому что как бы завышение своей ценности – это идеализирование собственного я. То есть я идеальное, я желаемое, да? А занижение – это как бы я теневое. То есть занижение я – это то я, которого мы боимся. То есть я боюсь, что я некрасивый, я боюсь, что я глупый и так далее. И то плохо. И связано это может быть только с тем, что вы не имеете реального представления о том, что вы из себя представляете. Что вы значите, какую ценность вы имеете для себя в первую очередь, не для других, для себя. И вот эту проблему, этот момент, ну не решать. Как решать? Личные отношения с парнем, с мужчинами вообще, это лишь часть человеческой жизни, часть его, как бы сказать, активности. В действительности и активность, и деятельность гораздо шире. Это и профессиональное, это и учебное, познавательное, творческое, развлекательное, социальное, семейное и так далее. И вот вам для обретения своей собственной устойчивости самооценки, для того, чтобы вы самоактуализировались, то есть чтобы вы чувствовали, что вот вы, например, там достойны, что вы на что-то способны, что вы что-то можете, что вы чего-то значите и так далее, нужно осуществлять активную деятельность во всех сферах, которые я назвал, отыгрывать социальные роли в них, в этих сферах, отыгрывать эти социальные роли хорошо,
То есть, чтобы вы чувствовали, что вот вы идеально выполняете свою социальную роль. Допустим, вы идеально выполняете свою социальную роль, скажем, ну, пусть будет учебную, да? Когда это произойдет, вы увидите, что социальная роль у вас отыгрывается прекрасно, вы начнете чувствовать потолок. Вы знаете, социальный потолок. То есть, когда человек понимает, что вот внутри роли ему тесно уже. Он хочет выйти за пределы этой социальной роли. Так просыпается ваша личность. То есть, индивидуальность. То есть, отделение себя от общества. И начало своих собственных интересов, собственных стремлений и желаний, не вредящих обществу. Личность вырастает из социального индивида. Всегда. И здесь, вот на этом этапе, необходимо, чтобы вы четко понимали, какие у вас потребности, чего вы хотите, чего вы желаете, какие у вас цели, идеалы, стремления, для чего вам мужчина. Это тоже очень важно. Потому что люди часто личные отношения используют для реализации других своих желаний, не связанных с личным. Личные отношения в узком смысле – это желание делать человека счастливым, это желание быть с ним, это желание разделять с ним счастье, там, горе, печали, радости и прочее. Но если вы за своим молодым человеком не только ради этого, но ради чего-то еще другого, что это делает вас автоматически от него зависимым. Это делает вас автоматически заинтересованной в нем больше, чем нужно, для того, чтобы поддерживать полноправные отношения. И хорошо, если молодой человек рад дополнять вас. Хорошо, если вы органично друг друга дополняете. Так бывает, такие пары существуют, и они счастливы, и они долго живут вместе, и все. Но, если вдруг с этим молодым человеком у вас что-то не получится. Ну, если вдруг. Вы просто-напросто будете очень сильно страдать. Потому что то, что вы получаете через него для себя, не в личном плане, вы получать не будете. А на то, чтобы получать это самостоятельно, вам потребуется время. Вам потребуется силы переориентировать свою энергию на альтернативный источник вот этого блага, который вы получаете от молодого человека. Поэтому лучше сейчас, пока он с вами, пока все хорошо, понять, что же вы от него хотите, кроме личных отношений, и постараться понять это, постараться достичь этого в обход него, чтобы не быть зависимой от него, во-первых, чтобы быть равноправной, чтобы быть с ним через свободное волеизъявление. И активно развиваться как социальный индивид, да, мы сказали уже об этом, как личность, добиваться своих целей, задач, чувствовать, что вы достойны, любить себя, защищать свои интересы, не позволять себя обижать, окружать молодого человека лаской, любовью, типа, теплом и заботой, понимать, что он хочет, давать ему все, что ему нужно, все, что ему необходимо, быть для него самой лучшей, самой красивой. Для этого необходимо работать как с внешним видом, так со своим кругозором, так и с поведением. И тогда, а какие тогда, простите, шансы у тех, с кем ваш молодой человек, возможно, встретится? И зачем ему вступать с кем-то в связь, если вы даете ему с лихвой все, что ему нужно? Ну, ни один адекватный человек, любящий, уважающий свою женщину, не бросит ее в такой ситуации. И тут мы переходим к обратной стороне.
Если мужчина все-таки это сделает, то это означает, что он вас не оценил, что он вас не достоин, что он не был тем, кем вы его себе представляли. Он слабый, потому что поддался на соблазн, ненадежный, а значит недостоин доверия, ему нельзя доверять, и это означает, что отношения с ним построить вам нельзя. То есть его измену нужно воспринимать в данном случае при прочих равных условиях, то есть при том, что вы вот ему даете все, что нужно, и что вы сами развиваетесь, что вы сами движетесь, сами добиваетесь новых вершин и прочее, при этих условиях, при соблюдении этих условий, его поведение нежелательно следует воспринимать не как вашу проблему, не как следствие ваших ошибок, а как исключительно его особенность, проявление его недостатков. И, соответственно, вы в этом случае перенесете ответственность на него, а не на себя. Он будет виноват в том, что произошло. Он потерял вас. А вы со своей стороны сделали все, что от вас зависело, верно? Вот так и нужно вам двигаться. Соблюдение всего того, о чем я сказал, поможет вам избавиться от ваших переживаний. Естественно, не сразу, естественно, со временем, но поможет. Если вдруг причина ваших переживаний являются некоторые комплексы, может быть скромность, может быть робость, может быть что-то еще, комплексы необходимо прорабатывать со специалистом, и комплексы представляют собой набор элементов определенной ситуации, связанных между собой эмоциональной окраской. И когда вы видите какой-то элемент в жизни, встречаете его, он автоматически запускает эмоцию, которая была, и вам кажется, что ситуация именно такая, как она представлена в комплексе. Соответственно, работа с комплексом предполагает переживание первичной комплексной ситуации, во-первых. Во-вторых, разбитие элементов, установление отсутствия причинно-следственных связей между ними и тем самым осознанием того, что элементы этой ситуации не связаны между собой и уж точно не имеют своей проекции, своей прогрессии тех эмоций, которые вы испытываете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.